Здорово, дармоеды, с вами Джерри. Сегодня мы с вами начинаем проходить NTM Space Mod в Minecraft на версии 1.7.10. Создав новый мир, чешем добывать дерево. Добыв дерево, херачим верстак, делаем палки и делаем первые деревянные инструменты. Спустившись в шахту, нахожу бурый уголь, но чтобы его добыть, мне нужна каменная кирка. И вот теперь, чем можно добыть уголь. Неподалеку нашел еще уголь. Пиздим. Добыв уголь, дуем наверх и делаем первые факела. Дальше идем на исследование мира, параллельно добывая дерево. Произошла полная срака, потому что хотелось жрать, а жрачки не было. Я просто чопал по миру в надежде найти жрачку и овец. Нахожу овец, убиваю. Нахожу жрачку. И свою первую ночь решаю провести в а-ля пещере. Делаем жрачку. И ложимся на боковую. Тут я нахожу свою первую постройку и лутаю ее. Пройдя еще немного, нахожу логово таракана Василия и решаю его обойти. От греха подальше. Пройдя еще немного, нахожу бомбу, у меня анус сжался до размеров атома, и я решаю ее обойти. Долбоеб. Под вечер принимаю решение сделать каменные инструменты. Спим. Наутро скидываю весь хлам в сундук. И дальше просто добываю дерево, чтобы построить свою первую базу. Добыв дофигища дерева, иду на исследование мира. Тут подгон приятный. И тут я нахожу свою первую постройку. Она была очень крутая. Здесь валялся измельчитель и электрическая печь. Дальше нахожу вот это, мелкого статуя, у которого нету хуя. Дальше просто принимаю решение ложиться спать в стае волков. Проснувшись, чешу дальше. Вот это подгон. Нормас. Решаю здесь и поселиться.
В итоге у меня получилась очень неплохая база, я решил добавить стены, но потом я их уберу. Расширяю подвал, чтобы в будущем завести новое оборудование. После строительства результат вот такой. В принципе, неплохо. Теперь чешем в шахту, потому что нужны ресурсы. Много ресурсов. Вот ты, блять, по-нормальному не можешь, да? Спасибо. Порывшись в каньоне, я ничего там особо интересного не нашел, поэтому принимаю решение вырыть новую шахту. И весь оставшийся ролик ты сейчас будешь смотреть, как я копаюсь в шахте. Классно, правда?
добыв просто дохерища всего и вся, я сделал дополнительные сундуки, дополнительные печки. Да, обычные, но скоро я буду делать новые технологии для того, чтобы запитать электрическую печку. В общем, просто все оставшееся время я переплавлял ресурсы. Ну а пока что мы с тобой на этом остановимся. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока.